Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о резком повышении цен на бензин, который благодаря государственным субсидиям является самыми низкими в мире. Цена на обычный бензин повышается более чем в 4 раза, а на 95-й в 20 раз. Впрочем, и после такого резкого повышения цена за литр бензина не превысит 55 евроцентов за литр. Мнения венесуэльцев по поводу этого повышения разделились. Я не согласен с этим, очень не согласен. Почему бензин должен так сильно подорожать? Это перебор. Сколько теперь будет стоить залить полный бак? Потом, если теперь шина стоит 50 тысяч боливаров, сколько она будет стоить? Это какой-то абсурд. Я согласен, потому что этого требует ситуация в стране. Страна много теряет при производстве бензина, поэтому будет справедливо повысить цену на 6 боливаров. По данным ТАСС, государственные субсидии обходятся бюджету ежегодно в 12 миллиардов долларов. Мадуро также объявил о девальвации национальной валюты на 37%. Речь идет об официальном фиксированном курсе. Фиксированный курс повышается с 6,3 до 10 боливаров за доллар. Нашей задачей остается обеспечение людей самым основным – медицинскими услугами и едой. Como misión proteger a nuestro pueblo en aspectos fundamentales. Официальный курс обмена применяется при продаже импортных лекарств и продуктов питания. На черном рынке обменный курс превышает 1000 боливаров за доллар.